планы, и они наверняка сбудутся. И от лица топ-лидеров хочу пригласить тебя сразу в команду бриллиантов для того, чтобы посетить страны и конференции, бриллиантовые конференции. Скажи, пожалуйста, Оксаночка, кем ты была до Oriflame? До Oriflame у меня тоже был опыт предпринимательства традиционного, поэтому искала возможности без рисков. И Oriflame этим и славится, да? А еще тут огромная команда, которая помогает друг другу. Это класс. И есть еще спонсор, который обучает. Ну и ты сама замечательный спонсор, раз уже стоишь на этой сцене. И скажи, пожалуйста, ну как ты вот докатилась до такой жизни, что ты вот чек получаешь $2000, наверное, там уже и семья радуется за тебя, и победу отмечает, и твои коллеги, твоя команда. Главный секрет – я послушная. Этот секрет я услышала от Василия Владимировича Кравцова. С тех пор я решила, что я тоже буду послушной. Раз это у него сработало, у меня тоже сработает. Поэтому Надежда Алексеевна знает, что я послушная. На первых порах делают ровно все то, что мне говорили. И, как Надежда Алексеевна говорит, не стесняйтесь работать. Просто этот результат – это количество действий. Вот и все. Да, много-много действий, когда количество перетекает вот в такое замечательное качество. И я хочу вам сказать, что задача лидера – это воспитывать новых лидеров, а не в том, чтобы воспитывать людей, которые бы шли за лидером. Пожалуйста, возьмите это напутствие как за основу и двигайтесь дальше. Мы вас очень ждем и любим, и с удовольствием будем отмечать наши мероприятия в следующих поездках. Всего вам доброго!